тебя. Даня, чего ты так громко смеешься? О, ты что-то интересное смотришь? Да. Ой, такая прикольная малышка, Дань, смотри. Такие видео веселые. Кстати, ты уже подписался на этот канал? Да. Да? Друзья, и вы заходите, подписывайтесь. О, такая малышка прикольная. Ссылочку на канал мы оставим в описании. Нет. Ой, такой видеоролик интересный. Даня, кстати, а ты не забыл покормить своих животных? Нет. Еще чуть-чуть. Досмотрю и все. Ну, Дань, давай ты сначала покормишь всех своих животных. Ты позавтракал? А животные не позавтракали. А потом досмотришь. Вау, какой милый. Досмотришь милый видеоролик. Угу. Ну, смотри. Я проверю. Эй, ты холодный? Я тебя потом покормлю. Позже? Ну смотри мне. Да, смотри, подожди. Не кормишь меня? Значит, я пойду искать еду в другом месте. Пока, я ухожу от тебя. Данька, если ты не будешь меня кормить, я уйду от тебя. Видимо, меня сегодня кормить никто не будет. Так, нужно поискать еду в другом месте. Если меня не кормят, значит и я уйду. Оу-оу. Данечка, я уже тебе третий раз прошу, чтобы ты покормил своих животных. О, ты смотришь этот интересный канал? Давай так, ты быстренько покорми животных, а я вместо тебя посмотрю интересное видео. Ну, давай. Тук-тук, ты где? А где Яси? Ну понятно. Эй, тараканчики принес. Она убежала. Эй! Непонятно. Ну ладно, пойду покормлю Сенсилу. Исаак, ты где? Исаак, не пытаться. Исаак, я тебе покушать. Исаак, странно. О, а клетка открыта. Нету. А где солнце? Здесь нету. Здесь. Ладно, пойду покормлю кота.
ты где? Ая, ты где? Ая! Ая! Тяжело. Ая! Ая, ты где? Рядом! Ая! Странно, и собаки нет. Мама! Нет, он, наверное, спрятался. Нет. Я уверена, что он в домике сидит. Нет. Нету. Ну, значит, где-то вот на дереве. Вот-вот, мам, смотри, и шиншилы нет. Да, собак, здесь нет. Они в домике. Нет, там... вот здесь нет. Посмотри, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Смотри, реально нету. Даша, это домика. Дальше, ты надо мной не шутишь? Не, мам, кот тоже пропал. Пойдем, я покажу. Пойдем. В смысле кот пропал? Смотри, смотри, потом. О, мам, смотри, нету кота. Странно. Ой, Дань, а давай насыпем корм, и он, наверное, прибежит. Действительно странно. Обычно, когда рыжик слышит, как шелестит пакет, прибегает быстренько, потому знает, что его кушать дадут. Да. Да, и может он на улице? Непонятно. Мам, собаки танца нет, пойдем. В смысле нет собак? А где Гайка? Гая! 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 А нет. Ты пришел, вольер был открыт? Да. Дань, мне кажется, что все животные на тебя обиделись. Пойдем в дом, все да. Обсудим. Да. Давай. Пойдем. Да. Даня, а ты их вовремя покормил? Да, хотя у меня песов их не было. Кажется, я догадываюсь, в чем дело. Ребята, пишите в комментариях, куда делись все наши животные. Ну да.